Говорит Черкесск. В эфире Вести, радио Карачаево-Черкесия. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, в студии Руфина Ковалева. В Севастополе открылся первый в Крыму единый центр кавалерии кинологической службы МВД на службе полицейских 18 лошадей карачаевской породы. В поселке Медногорском состоялся торжественный митинг-концерт «Своих не бросаем» в поддержку специальной военной операции президента страны и референдумов, состоявшихся в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Спортсмены из Карачаева-Черкесии стали победителями-призерами межрегиональных соревнований по легкой атлетике «Золотая осень» в Нальчике. Итак, к главным новостям. В Севастополе состоялось открытие единого центра кавалерии и кинологической службы управления МВД. В церемонии приняли участие губернатор Севастополя Михаил Развожаев, заместитель полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, начальник управления МВД России по Севастополю генерал-майор Павел Гищенко и приглашенные гости. По поручению главы Карачаева-Черкесии Рашида Тимрезова для конной полиции города Севастополя было выделено 18 лошадей карачаевской породы. Это первый центр на всем Крымском полуострове. В нем созданы все условия для жизни и тренировки служебных животных. Сейчас центр насчитывает 26 вольеров для служебных собак и конюшню, рассчитанную на 25 лошадей кавалерийского взвода. В настоящее время в ядро кавалерии вошли первые 18 лошадей. На открытии состоялось показательное выступление кавалеристов и кинологов, сотрудников спецподразделений управления МВД с применением стрелкового оружия, воспитанников конного клуба имени генерала Якова Бакланова. Также прошла церемония открытия скульптурной композиции «Лошадь и собака». В поселке Медногорском Урупского района состоялся торжественный митинг-концерт «Своих не бросаем» в поддержку специальной военной операции президента России Владимира Владимировича Путина и референдумов, состоявшихся в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Атаман Медногорского станичного казачьего общества Роман Таранов в своем выступлении подчеркнул важность проведения мероприятия. Мы должны своим примером показать подрастающему поколению, что такое патриотизм и любовь к родине, поэтому в мероприятии принимают участие много молодежи. Наши бойцы защищают интересы страны, а наш долг их поддержать. Мы горды тем, что воспитали таких достойных сынов Родины, сказал Таранов. В рамках мероприятия состоялся торжественный митинг и танцевальный флешмоб. Участие в нем приняли жители и гости Урупского района. В рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения и достижения ключевых показателей нацпроекта здоровья» в Ногайскую центральную районную поликлинику поступили передвижной медицинский комплекс и новый санитарный транспорт. Появление в автопарке автомобиля «Лада Гранта» значительно облегчило работу участковой службы, уменьшило время ожидания врача тяжелобольными и маломобильными пациентами и позволило обслуживать больше вызовов. Санитарный автомобиль будет служить врачам и пациентам для самых разных целей – доставки пациентов из отдаленных населенных пунктов на диспансеризацию или лечение, медработников до места жительства пациентов, доставки лекарственных препаратов и перевозки биологических материалов для исследований. Ранее в поликлинику поступил передвижной медицинский комплекс «Офтальмология» для комплексного обследования зрения и подбора очков. В Усть-Джигуте состоялось торжественное открытие мечети. Мечеть начали строить менее полугода назад. И вот сегодня мы принимаем участие в торжественном открытии, рассказал имам Усть-Джигутинского района Анзор Каракетов. Здесь сделано все для удобства людей. Мечеть построена во благо общества из лучших побуждений. Мы счастливы, что в нашей республике появилось еще одно место, куда люди смогут прийти и помолиться.
Карачаево-Черкесии в рамках реализации грантовых проектов Ростуризма появится 6 новых пляжей. Сумма грантовой поддержки варьируется от 3 до 10 миллионов в зависимости от направления. Пляжи появятся в поселке Нижний Архыз, Озер Софийская Поляна, Каракель, в аулице Берда, а также у водных объектов региона в разных населенных пунктах Карачаево-Черкесии. Поддержка проектов в сфере туризма будет осуществляться в 2023 году в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Сотрудники ГИБДД задержали водителя, который управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. Сотрудники ГИБДД по Усть-Джигутинскому району задержали «Ладу Приора», за рулем которой находился 31-летний житель Теберды в состоянии наркотического опьянения, будучи ранее лишенным водительского удостоверения. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку. По фактам незаконного оборота наркотиков в крупном размере возбуждено 2 уголовных дела. Сотрудники уголовного розыска отдела МВД России по Малокарачаевскому району на северной окраине Учкикена задержали 37-летнего местного жителя. В ходе личного досмотра у него был обнаружен изъят полимерный пакет с веществом растительного происхождения массой более 170 граммов. Кроме того, сотрудник полиции Хабибского района на южной окраине Альбердуковского остановил автомашину «Газель». У пассажира был изъят полимерный пакет с веществом каннабис массой более 800 граммов. В Карачаево-Черкесии возобновилась всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе». Приоритетным направлением работы штаба акции является оказание помощи военнослужащим и их семьям. Штаб акции взаимопомощи «Мы вместе» развернут на базе ресурсного центра развития добровольчества. Основной задачей является оказание помощи военнослужащим, мобилизованным гражданам, их семьям. Работает горячая линия по номеру 122, куда можно обратиться по всем вопросам, связанным с данными категориями граждан. Также в штабе принимают обращения от жителей, которые хотят внести свой вклад и оказать помощь семьям военнослужащих и мобилизованных. Региональный штаб акции взаимопомощи «Мы вместе» находится по адресу: город Черкесск, улица Интернациональная, 63, телефон горячей линии 122. Жители Карачаева-Черкесии могут принять участие в конкурсе на развитие туристических сувениров. Прием заявок на конкурс в поддержку туристических сувениров открыл Ростуризм. По итогам приема заявок будет сформирован каталог творческих работ участников конкурса. Он проводится в 5 номинациях: «Лучший мастер резного искусства», «Лучший мастер кожевенно-мехового промысла», «Мастер креативного промысла», «Лучший арктический арт-проект», «Лучший мастер гастрономического сувенира». К участию приглашаются представители организации индустрии туризма и гостеприимства, сувенирной, гастрономической и смежных индустрий, народно-художественных промыслов. Участие в конкурсе бесплатное. Все участники получают сертификаты об участии в конкурсе, а полуфиналисты и финалисты – дипломы, сувениры и денежное вознаграждение до 75 тысяч рублей. Подробная информация и положение доступны на сайте city.russia.travel, конкурс «Арктика». Во Дворце культуры города Черкесска в следующую пятницу, 14 октября, пройдет концерт сводного хора Никольского собора и Покровской церкви. Концерт посвящен сразу двум датам – столетию Карачаево-Черкесии и 120-летию со дня второго освящения храма Покрова Пресвятой Богородицы в городе Черкесске. В программе духовные и богослужебные песнопения. Это уже второй большой концерт сводного хора Никольского собора и Покровской церкви. Вход на концерт по билетам. Билеты можно бесплатно получить в свечной лавке Никольского собора и Покровской церкви. Концерт пройдет при поддержке администрации Черкесска 14 октября в 18:00 во Дворце культуры по адресу улица Гутикулова, 2. Вышел в свет фильм о нагайцах Северного Кавказа «Народы России. Наследники Ногая». Это документальная кинолента об истории и современности нагайцев, проживающих в разных регионах. Героями фильма выступили выдающиеся историки, художники и музыканты,
спортсмены, общественные деятели ногайского народа. Съемки проводились в Москве, в Дагестане и в Карачаево-Черкесии, а также в Ставропольском крае и Чечне. Участие в съемках фильма приняли и представители астраханских ногайцев. Фильм размещен на всех известных видеоплощадках в интернете. Авторы проекта – автономная некоммерческая организация «Лаборатория общественных проектов». Они планируют выпустить документальные ленты и о других народах Северного Кавказа. В Черкесске в рамках нового партийного проекта «Единая Россия за самбо» прошла открытая тренировка для воспитанников спортивных школ республиканской столицы. Проект направлен на привлечение детей и подростков к занятиям уникальным отечественным видом спорта – самбо и на его внедрение в школы. Он будет реализован более чем в 5000 залах по стране. Предусмотрено открытие новых секций и спортзалов, обучение тренеров, проведение уроков самбо в школах. Открытую тренировку провел мастер спорта России международного класса, главный тренер сборной Карачаево-Черкесии по самбо Белял Байчоров. Со всех залов собираемся и совместную тренировку проводим. Самбо мне больше нравится из-за того, что он наш отечественный вид спорта. И спортсмен, который занимается самбо, он может за себя постоять, за своих близких постоять. Всего в Карачаево-Черкесии самбо занимаются около 300 детей и подростков. Министерство просвещения России прорабатывает предложение о введении самбо третьим уроком физкультуры в школах. Данный вид спорта станет доступнее для большего числа детей. Спортсмены из Карачаево-Черкесии стали победителями и призерами межрегиональных соревнований по легкой атлетике «Золотая осень» в Нальчике. В турнире приняли участие 10 команд спортивных школ Северного Кавказа. Спортсмены Черкесска, воспитанники спортшколы номер 3, продемонстрировали высокие результаты и завоевали 6 медалей различного достоинства. Ребята привезли в Карачаево-Черкесию 2 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую медали. Тренером спортсменов является Татьяна Пудакова. Радио России, Карачаево-Черкесия, погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике ожидается переменная облачность, утром дождь, в горах с мокрым снегом, в отдельных районах туман, днем преимущественно без осадков, ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы 11-14 метров в секунду, в горах порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха 11-16 градусов тепла. В горах местами 5-10 градусов выше нуля. В Черкесске днем без существенных осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Порывы 11-14 метров в секунду. Воздух прогреется до 16 градусов выше нуля. Уважаемые любители театра! 14 октября Русский театр драмы и комедии приглашает вас на премьеру спектакля по произведениям Антона Павловича Чехова «Вечер водевилей Чехова». Спектакль создан к столетию образования Карачаево-Черкесской республики и 95-летию театра. Режиссер Вячеслав Бродянский. Спектакль состоится на сцене Государственной филармонии в 18:30. Это все основные новости Карачаево-Черкесии к этому часу. С ними вас знакомила Руфина Ковалева. Оставайтесь с нами.